север все-таки есть север, который там существует. Полярная ночь, полярная ночь. Север, считай, два месяца нет солнца вообще. Представьте себе вручную перепилить рельсу. Как, знаете, бывает в сказках, что ли, или в фэнтези, когда вот люди вдруг исчезают и брошено все на ходу. Паровоз почти, ну только что на тормоз поставлен.